А на старте Антонио Пинейро, представитель Мексики. Вот он. Этот человек, который может стать любимцем сибирской публики. Антонио Пинейро. 91 год рождения, 27 лет. Удачи тебе, парень, в покорении. Вот так. Не совсем складывается с первых метров дистанции гонка для Антонио Пинейро. Ну, ждем тебя на финише, друг. Живым и здоровым.